Вестник Северодвинска о спорте. Заниматься футболом могут даже самые маленькие. Накануне это доказали младшеклассники сразу нескольких учреждений области. В зале 9-й школы ученики соревновались в турнире по мини-футболу. 8 команд из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Каргополя. На турнире по мини-футболу Ульяна Лайкова – единственная девочка из всех 8 команд. Ее позиция – нападающий. Правда, пока за родную 9-ю школу футболистка не забила ни одного гола. Впрочем, здесь профессиональной игры никто и не требует. Турнир на Кубок детского футбольного клуба «Северная Двина» собрал юных игроков среди первых и вторых классов. У меня дедушка любит футбол. И папа очень любит футбол. Я захотела попробовать поиграть. А в жизни ты за какой футбольный клуб болеешь? За российский? За «Спартак». А почему? Потому что это наша Россия. Это уже третий турнир в этом году. Организатором выступает благотворительный фонд «Добрый мир». На его базе был создан футбольный клуб «Северная Двина», который объединил 9 городов Архангельской области. За счет спонсоров он позволяет ребятам заниматься любимым спортом бесплатно. Я считаю, футбол – это спорт номер один. Ребенок только встает на ноги, он уже пинает мяч не руками, а именно ногами, потому что это ему интересно. Мы еще очень хотим, чтобы на следующий год у нас появились команды девочек, потому что мы знаем, что в скандинавских странах и вообще и у нас в России сейчас получил большое развитие женский футбол. Для нас это большая честь. Зал мы предоставили с большим удовольствием. Работа школьно-столовая, медик. То есть, ребята, это огромный праздник и для детей, и для родителей. Тройку лидеров открыла команда из Архангельска. Сборная школы «Маймаксы». Второе место взял Новодвинск. И золото вновь Архангельск. Северодвинские команды поделили 5-е и 7-е места. Также лучших определили в номинациях. Лучшим вратарем стал Егор Бабин из Новодвинска. Защитником Иван Лапин из областного центра. Лучшим нападающим показал себя Дима Гнебеда. Ну а главным бомбардиром турнира посчитали Максима Валиотти. На его счету 19 голов. Все участники получили памятные подарки, а лучшие – кубки и грамоты турнира. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.